И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Гусенек, Угабуга, Крошка-Окрошка, Зорный Кофе, Форевер, Дардрагон, пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Всем привет. Легенда вернулась. Омлетики. Ребята, давно у нас не было рубрики «Прятки», и мы выбрали классную карту «Музей». Если пятикошки, кушайте, приятного аппетита, я начинаю всех искать и мочить. Погнали. Так, вот давайте начнем с входа. На самом деле, я думал, что мне будет очень легко, но я чувствую, что не будет мне легко, потому что пацаны целых 5 минут искали классные нычки. Баломбой, ты куда? Да подожди ты, я тебя успею убить. Ну, ты вышел на улицу. Ты что, видишь меня? Уже нет. А-а-а. Даже настолько. Подожди, подожди, а мне показалось, там кто-то есть. Я видел, как ты на улицу убежал. Подождите. Мне что-то показалось, или мне уже глючит. Ну, нычка была эпичного там, да, ребята, заныкаться? А ну давайте попробуем вот так прям на крышу. Ой-ой-ой-ой-ой, какая классная нычечка здесь. Классных мест тут очень много. Видишь? Ну, вы меня, очень вы меня видите? Не-а. Угу. Так, за знаете, дверью. Ага, никого это нету. Это самая лучшая нычка, которую я Диму вижу каждый раз. Чусь. Так, подожди, это... раз ты меня видишь... А я если тебе я не... упаду? Так, я буду тогда искать тебя по запаху. Ищем запах говна. Так. Если я упаду, это будет очень печально. Максон, это вдвоем, знаешь, печальная ситуация. Знаете, что самое прикол? Вы знаете, где вы ныкаетесь. Если я кого-то убью, он будет знать, где ты заныкался, и придет и убьет. Да. Дима, как ты думаешь, я тебя не обманывал все это время? Дима, хочешь... Ты обманул меня, ты был на улице, да? Я все это время тебя обманывал, что я сижу сверху, что я вижу тебя возле улицы. Ты зараза! Ты что, серьезно обманул меня? Да. Так, я думаю, что... А сказка могу видеть. А это предмет летает? Да, предмет летает. Да, я пробежали. Так, давайте тогда пойдем сюда. Мне кажется, вот тут кто-то ныкается. Он тут был. Знаете что, мне надо хоть кого-то убить для начала. Не надо. Как это не надо? Может, ты в луне ныкаешься? Нет, это солнце, кстати. Я не знаю. Так, калитки не открываются. О, привет, Дима. Да ты задрал, где ты? Блин, они меня обманывают, я не хочу быть обманутым. Дима, привет. Серега, ты меня... Короче, все, давайте, пока, вы меня дурите все. Пока. Я не... Куда ты пошел? Вы обманщики. Да все, я не буду вестись на ваши вот эти приколы всякие. Я тебе не верю. Ну посмотри наверх. Ну, Серега, скажи им. Ну, Максим, скажи ему, что ты правда на динозавре. Ну, я правда на этом тиражу. А вы откуда знаете, что я возле динозавра? Короче, все, идите, короче, отдыхать, все. Ребята, они меня дурят специально, чтобы я никого не мог найти. Ну, не давай, давай, поиздевайся. Сколько у нас времени? Так, мне кажется, что... Ой, баломбой, дорога. Вы где-то заныкались на простых нычках, ну, надо очень хорошо приглядываться в каждую точку на этой карте. С чего ты взял вообще? Нет. Так, вот тут вот. Да вы задрали скелетами, летаете бошками, эти стол летает. Я путаюсь. Унитазы, да, скибидисты. Мини туалеты. Вот тут кто-то. Нету никого, Дима. Дима, знаешь, я подскажу. Вентиляция иди. Вентиляция. О, я иду в вентиляцию. Хорошая подсказка, спасибо. А потом туалет. Тут никого нет. А разве здесь туалет есть? Ой! Вы что, вообще дурачечки? Есть! Двоих сразу убил! Говно! А зачем вы подсказали, что надо идти в вентиляцию? Драгон черт. Я не знал, правда. Блин, классно, что вы мне подсказали. Серега, ну что ты? А зачем вы сидели всей толпой? Вот скажите мне. А я не знаю, я туда спрятался и все остальные зоны. Потому что, Серега, ты всегда часто выигрываешь. И все думают, что ты классные нычки знаешь. Ой, скажу, я не хотел. Я думал, ты там не сидишь. Зачем? Кто тебя за язык? Ребята, ну серия классно получается, потому что Серегу убил. Первого. Так, я вот по спине какого-то дельфина не могу забраться. О, кофе, вот как сейчас ты... было опасно. Ой. Кто-то. Ой. Бонни возле меня пробежал. Ой. О, сзади него где-то сейчас был на дельфине, я раньше на нем прятался. Да, здесь погонь за челик. Да? Я чуть кофе не спалил. Так, а давайте посмотрим здесь. Я вижу Дардрагона. Не, здесь я убегаю. Нет. Серега, если что, меня там нету. Блин, ой. А есть, Серега, молодец, красавчик. Все, остались только легендарные прятчики. О, привет, это кто у нас? Форевер. Это я. Кофе Димас, убить? Димас. Да. Ты остался. Макс, ты остался точно. Да. И наверху, наверху. Вот тут в ящиках кто-то ныкается. Дай скажу, это настолько тупое место, что можно так найти тебе, да? Ну, каждый ищет нычку по своему интеллекту, все сходится. Привет. Наверху, это очень наверху. Оскорбительно тогда для меня.
А у тебя же, так ты наоборот говоришь, что у тебя классная нычка, а не тупая. Вопрос, Максон. У меня, значит, 10 IQ. Я в мусорном ведре. А, да? Ну все. Извини, не хотел тебя сильно оскорблять. О, давайте сделаем по-хитрому. Так ты зайдешь в туалет, я буду долго на кабинете ждать. Это тебе за то, что ты спалил нашу нычку, Драгон. А нычка-то была крутая, согласись, Серега. Ну... Еще я не ожидал, что ты так, блин, появишься неожиданно. Че, бусинка поймаю? Серега, как тебе нычка была моя? Кто-то? Ну, я ее нашел очень быстро довольно. Серега, где он ныкался? А он это, на карнизе. Блин, ты вроде там все обыскивал. Можешь, хочешь покажу где? Ты пробегал много раз мимо. Так тяжело было видно. Серега, ты, наверное, телепортированием, да, увидел? Не. Не, там можно видеть прям очень хорошо. Слушай, тут был настоящий игрок, или ты аниматроник пробежал? Иди к теродактилю, иди к теродактилю. Пацаны, пацаны, вижу. Вижу жертву. Все за ней. Есть! Дима, пошли за мной, пошли за мной. Пошли. Давай, показывай. Сколько осталось людей? Посмотри, вот иди, смотри, вот пацаны наверх. Так я там вроде и смотрел, и не нашел тебя. Это видишь череп, а там я там сидел. Ага, я понял. Максим, я остался один? Все, да, Максон, ты остался. О, ребята, давайте, если мы в течение 2 минут не находим, он будет победителем первого раунда. Я дам подсказку на минуте. Прям жестко. На улице, скорее всего, да? Нет, не подсказываю, если ты должен победить хоть раз в жизни. Ой, блин, уже хотел мочить. Так, ну, может он тут где-то в кустах ныкается? Так я а на самом деле, нычка-то крутая, ребята, вот здесь вот. У меня тоже крутая была. Была. Может здесь? Была до сплава. Я выходила. Ё-моё, здесь столько нычек оказывается. Да. Есть один вариантик, где он мог спрятаться. Я его вижу, последние твои слова. Он врет. За шкафом. Какие не очень хорошие слова. Ты меня обманул? Да. Да, он тебя обманул. А ты... Кто упал? Он упал, то он спрыгнул, да? Да-да-да-да-да, я слышал. Блин, вот это мои, наконец-то, понты дешевые сработали. Ты где, крыса? Так, пацаны, ладно. Раз он спрыгнул, давайте его искать. Он уже, скорее всего, в здании. А он был на улице, да? А я слышал, на улице какого-то спрыгивания было. На улице был, да. Блин, это марионетка бешеная, я боюсь. Это я. Псих. Да. Ой, было очень жестко сейчас. Кто это? Кто это? Это Дима. Тогда я угадаю, ты возле выхода. Ой, возле входа. Блин, ну где-то же он ныкается тут. Ой. Это где, а что за рычание? Ой. А, это звук можно динозавров включать. Да, 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 да. Так, минуту он выживает, еще минуту, он победителем будет. Уже подсказка должна. Сейчас я тебя найду. Подсказку давать? Да, ты минуту сказал же, вот давай подсказку. Ну, в самом примерно начале вот. Дима был очень-очень близко. Блин, а, ну ё-моё. Понял. Где ты, Дим, был? А я везде был, понимаете? Я был везде. Мне кажется, ой, ли он где-то возле входа. Да, мне кажется, он вообще был на улице где-то. Просто, знаете, когда вы не понимаете, где он ныкается, тяжело найти. Вроде все очевидно. Я же был на улице. Я не на крыше, я не в кустах. Может быть, я на дереве? Я на дереве, кстати, искал тебя. Или я просто сел за мусорный бак и маншу вас. Рядом с краем карты. Эй, я смотрю, он в приколе. Он врет. Есть! Блин, нычка была крутая. Так я же тут ходил, как я тебя не увидел? Где он был? Где он был? Короче, на входе в музей тут есть заросшая трава такая, высоко здесь находится. Вот, видите, где я прыгаю? Вот, разговариваю. Вот тут он сидел в кустах. Ребята, раунд номер 2. Крошка-крошка, Макс ищет нас. Погнал. Так ты видел, где я заныкался, понимаете? Он видел. Ну ты видел, а как ты знал, что я там? Я просто клацал и увидел твой ник. Ладно, ты врешь. Правда? Дай мне еще шанс переныкаться, ты чё? Ты же... Ребята, я ныкался, он тупо стоял и смотрел, где я ныкаюсь. Не, я был под камерой. Нет, 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 я тебе не верю, ты мне врешь. У меня есть запись. Как, ты полил меня? Нет. Дима. Блин, Серега, извини, подожди, стой. Ну ё-моё. Куда полетел Макс? О, это кто? Это Forever. Привет, Forever. Смотри. Так, ищем Диму. Нифига за предмет. Полетел. А ты меня не найдешь, я очень хорошо заныкался. А я такой нычку задаю, что я выиграю точно. Блин, вот это, конечно, место у меня не очень-то такое интересное. Темновато здесь, но я думаю, что меня не увидит. О,
Баломбой. Это кто у нас Баломбой? А, Максон. Серега, у тебя хорошая нычка, кстати, мне понравилась. Ну тебе тяжело там будет видеть за Капхеда. А сейчас двое, да? Да, сейчас двое. Мне очень страшно, потому что... Ай, блин! Да я поддался. Вот этот раз я поддался. Я заметил. Блин, ну такая нычка была не очень-то интересна. Но ничего. Влетай, уйди. Убери свой этот. Все, я понял. Убери свой, как его? Я понял, что это не буду говорить, Димон. Да я знаю, где он. Серега, я к тебе иду, меня ж нашли. Стоять! Стоять! Так, Серега, стоять! За Серегой все! Все за Серегой! А мусорка летает. Так, блин, об стулья спотыкаюсь, вонючие. Говно. Ну, Серега, ну обоссанная. Дима, ты какашка, ты... Да я что я мог сделать, если ты мы одинаково подумаем? Так мы одинаково думаем. Ну, хочешь переныкайся еще раз? Я переныкаюсь. Давай, давай. Серега хочет победить, как и я, три раза использовать попытки свои. Я смотрю, как гусенек управляет предметом. Ах ты, зараза. Гусенечек. Как предметом, нормально управляется? О, драка. А в смысле, я вообще-то в музее. Я тебя вижу. Ладно, раз ты мне не веришь, на тебе. Дима, меня Dark Dragon опять. Ты в смысле, как я тебя понял? Так ты меня, своей статуэткой обоссанной, летаешь из поля. А, как числяться. Я по подсоске гуся Санька на тебя нашел. Так, ладно, давайте, сколько людей еще не нашли? Все, я остался. Dark Dragon, давай, если 2 минуты, мы тебя не найдем, ты выиграл. Он не выиграет, я его найду и его убью. Давайте, мочите его. Я найду его, убью, он меня палит постоянно. Виноват, я не хотел. Виноват. Я еще посмотрю, когда буду монтировать ролик, мужик крошка-крошка 2 минуты и продержался, потому что я точно время не засекал. Мне кажется, я продержался. Ну, это мы как раз с вами. А я специально на монтаже вырежу, чтобы не было 2 минут. Так, давайте по дереву поклаться. Можем в дереве где-то ныкается. Я могу сказать одну подсказку, когда будет минута. Ну, прошло уже 40 секунд. А минута оставается? А свет оставается, да. Я где Серега первый раз был? А где он был? Где он первый раз умер? Блин, тут столько нычек, ёпта. Хотя могу сказать, я мог убежать в этот момент. У меня так сердце бьется, я просто боюсь и бегу. Куда-то. Да не бойся. Я тебя найду и убью сейчас. Давай, Серега, я в тебя верю. Так, я пока по вентиляции хожу, но я его не вижу здесь. Максон. Там вентиляции нет никакого, 100%. Он убежал 100%. Вы думаете? Я бегаю. Я много, я двух уже баломбой встретил с собой, но я уже, они меня не заметили. Так, ну тут его нету реально, да. Но на возвышенности, скорее всего, и такое возможно. Не знаю. Да ё-моё! Да ну не бегай, гусенёк. Знаете, вы пока будете искать, вы сами с собой будете убивать своих. Да, мы такие. Круто. Скажи свои координаты, пожалуйста. Может, он тут всё-таки заныкался? Нет, не подсказывай. Так, осталось 40 секунд, и мы проиграли. Я вижу музей, всё. Я такой мог. Ты на улице, что ли? Это один большой музей. Да, это один большой музей. Может, он там на дереве тоже сидит, как и я? Да нет. Я вижу его. А может он тут сидит? Тебе кажется. Может он на крыше? На шкафе. Я уже летаю прям по карте, хочу его найти, но я его не найду. Чувствую, он будет победителем. Все? Ну уже 40 секунд прошло. Ну в принципе да, давайте теперь принципиально найдем его. Победителем. Давай. В этом ролике ты оказываешься. Угу. Пацаны, включаем все свои мощности, потому что мы реально должны его найти. Новичкам везет. А он не новичок, поверь. Можно, давай, постреляй уже. Да не, давай мы еще постараемся тебя все-таки найти. Я уже постреляю, Мик. А я не слышал выстрелы. Я стреляю. Так, а ну еще? Не могу найти. Подожди, меня... Да не слышно твои выстрелы, ты врешь. Я стреляю. Я тоже слышу. Так, блин, этот звук по всей карте разносится. И где ты? Стрельни еще раз. Во, марионетка прилетает. Это Серега. Где он? Варла, посмотри назад. Ай. А, козлина! А где он был? На улице. Так я же смотрел на улице. В углу. Ё-моё, какой он красавчик.
Ладно, ладно. На самом деле, мы пацаны, перед записью с пацанами договорились, что сделать тебя победителем. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Пока.